Всем привет! Это видеообзор открытки. Открытка выполнена в технике скраббукинг. Если вам интересно такое видео, оставайтесь со мной. Данную открытку я изготовила на день рождения. Отличительная особенность данной открытки в том, что это шейкер, и в самом шейкере заключено пожелание и поздравление с днем рождения. Несколько слов о том, из чего изготовлена данная открытка. Открытка изготовлена из скраб-бумаги, мистер Пейнтер, лаванда. Как вы можете увидеть, вот здесь вот лавандовый рисунок. И оборотная сторона также вот с букетиками лаванды. Наполнение шейкера пайетки. Акриловые стразы круглые и квадратные. Сердечки дизайнерского картона. Пайетки круглые и пайетки бабочки. Украшена открытка флажком из скраб-бумаги, картинки скраб-бумаги и пайетки-бабочки в нижнем правом углу и в верхнем левом углу. Также бабочки украшены стразами. И в нижнем правом углу я расположила цветы, которые сделала также сама из фатина. Если вам интересно, как я изготавливала данную открытку, видео есть на моем канале. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Если у вас возникли вопросы, пишите комментарии. Обязательно на них отвечу. Добра и бантиков!